Вас и поздравляю с долгожданным первым майским днем, с Днем труда! И пусть ваш труд, ваша работа всегда будет не только в радости, в удовольствии, а еще приносит много-много хороших денег. С праздником! А еще, друзья мои, хочется пожелать каждому из вас хорошего настроения, улыбок и, конечно,
Бортникова поет. И зимой, и летом, от рассвета до рассвета, пусть все у вас всегда будет хорошо! Yeah.
по-настоящему. Ой, какая красота! Ёлки-палки. Мужчина со стороны дыма. Сторонку, я спрошу. Ничего страшного, да. Дым мешает. Да нет. Так, самое интересное, как в тумане. Молодцы, как красиво. Видно вкусное. Молодцы, ребята. Ну что, процесс пошел? Ну, красота что? Просто. Красота, вам нравится, но... да? Даже снять самому, ну, классно. А еще это кушать? Молодцы. Участников детско-спортивной школы профсоюзов по художественной гимнастике, призеров чемпионата Республики Беларусь.